Доброе время суток! С вами Елена Левичева, и мы на третьем задании вводной недели. Огромнейшей энергетической дырой для большинства мам в декрете является ощущение «я ничего не успеваю». Это чувство свойственно не только мамам, но именно в декрете оно обостряется, потому что так много мелких задач, которые нивелируются как обществом, так и самой мамой, и кажется, что я действительно ничего не сделала за день. Самым классным противоядием для того, чтобы эта дыра существовала, является дневник достижений или дневник радости. Как вам больше отзывается, так его и назовите. Вы берете вашу красивую тетрадь, она будет с вами, я надеюсь, на долгие месяцы и годы, и каждый вечер, желательно вместе с ребенком, если он маленький, вы просто рядом с ним проговариваете, вы записываете то, что в течение дня вы сделали вместе, и то, что вас порадовало, либо вы какую-то радость принесли другим людям. Я вас уверяю, через 2 месяца ваша жизнь изменится. Счастливо!